Анонс и точно дата выхода 17 серии турецкого сериала «Доброта». 17 серия сериала выйдет в эфир 4 ноября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Мурат назначил Домле место встречи. Она должна будет прийти в парк и вернуть те деньги, которые у него украла. Только он не подозревает о том, что Домла стала сотрудничать с полицейскими. Весь район был оцеплен, и полицейские в гражданском обличии находились в парке рядом с Домлой. Она очень сильно напугана, но Атила просит Домлу не волноваться так сильно. Он обещает, что Мурат не сможет причинить ей никакого вреда. Вскоре Мурат оказался на месте и стал внимательно все осматривать. Но Домла подала знак, и он понял, что за ними ведут слежку. И все это было хорошо спланированная ловушка. Неслихан в дом принесли куклу, у которой была разрезана голова, а в животе торчал нож. На самом деле этот подарок был от Домлы. Она не стала этого скрывать. И когда Неслихан узнала об этом, то набросилась на нее. Сын Неслихан увидел своего отца и радостный стал кричать об этом. Мурат действительно там был, и полицейские сразу же среагировали на крик ребенка. Мурат сел на мотоцикл и бросился бежать от погони. Напомним, 17 серия сериала выйдет в эфир 4 ноября. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.